лагере особого задания продолжается борьба за главный приз проекта «Легендарный внедорожник». Из 22 участников в строю остались только шестеро. Несколько дней назад команды синих и красных объединили в одну. И прежде непримиримые соперники отныне вынуждены вступать в бой единым фронтом. Вроде объединение, но все равно, мне кажется, будем гасить их до конца. Теперь в испытаниях учитываются индивидуальные результаты каждого бойца. Тот, кто справляется с выполнением учебной задачи лучше остальных, получает от судей иммунитет на голосование. Участник, отличившийся не лучшим образом, напротив, по решению судей отправляется на выполнение особого задания. Его оппонента, как и прежде, выбирают сами участники. Накануне за право вернуться в команду боролись Азика Мусаева и Илья Море. Противостояние принципиальное, ведь прежде бойцы играли за разные команды. Особым заданием была стрельба на меткость из крупнокалиберного пулемета Владимирова, установленного на БТР. В этой схватке умелый стрелок Морев был фаворитом. Но, к всеобщему удивлению, точнее стреляла боец Мусаева. А потому именно она вернулась в строй. Да, это вообще была неожиданная сенсация. Молодец, сегодня она должна была это сделать. Я вообще рад за ней. Не рад был возвращению Азики в команду только один боец – Умар Хаджиев. На проекте Морев для него был, как говорится, друг, товарищ и брат. А по мнению остальных, еще и сообщник. Какие-то планы свои создавали. И эти планы у них не удались. Короче, крысиный помет у них рейс пошел. Похоже, теперь, когда Умар Хаджиев остался без своего главного единомышленника, задержаться в проекте ему будет ой как нелегко. Красные, они такие агрессивные. У них свой коллектив, вот они. У них такой план, вот бывших синих надо стравить к черту. Ну, следующее голосование будут, наверное, вешать, скорее всего, на Хаттабыча, да? Предвидя неизбежные трудности, Морев, он же Ленин, старался до последнего поддерживать друга. И даже кое-что ему завещал. Он уже там. Это он же лысый был. Немножко там подрос на гражданке. Кроме этой находки, других неожиданностей участникам проекта наступившая ночь не сулила. Спокойной ночи. Взаимно! И вдруг через час после отбоя в лагере были разбужены сержанты. Я встал, я вижу, она сидит на кровати, в подушку уткнулась, кашляет вот так. У меня все хуже и хуже, как чехоточная. Ты перестань, а? У бойца Мусаева Азики тяжелейший кашель. Она больна уже несколько дней, но ради конкурсной борьбы предпочитает не обращать внимания на плохое самочувствие. Со здоровьем шутить не надо. Пофиг все эти дуэли, все это фигня. Подобное на особом задании уже случалось. Сабина Джамбакиева. Ради участия в проекте она скрывала свои проблемы со здоровьем. И в результате запустила недуг настолько, что из расположения лагеря ее увезли на машине скорой помощи. Помня об этом, взрослый, умудренный жизненным опытом Умар Хаджиев настаивает на визите Азики в санчасть. Это, блин, воспаление легких, на мой взгляд. Удушающий кашель появился у Азики после испытания переправы через реку. Вместе с другими участниками ей пришлось повозиться в холодной воде, а затем в промокшей форме и берцах возвращаться в расположение лагеря. Видимо, организм девушки просто не справился с переохлаждением. Я не хочу так уходить. Если сейчас врач решит, что продолжать борьбу в проекте Азики опасно для здоровья, ее могут исключить из особого задания. Боец это понимает, и потому в панике. Чтоб меня на скорой забрали домой, что я типа заболела там специально и сдалась. Я не хочу так. Поэтому терпела все время. Не знаю, это уже вам лечиться надо. Бежать тогда на мою. Постоянно. Теплое питье. Едва услышав от врача про строгий постельный режим, Азика сбегает из санчасти. Неужели особое задание для нее дороже, чем собственное здоровье? Это все шоу делать. Я лучше потерплю. Оставить болезнь Азики без внимания судьи проекта не могли.
Поэтому в санчасть ее все-таки вернули. Оказали медикаментозную помощь и уложили спать в теплой палате. Вопрос о дальнейшем участии девушки в проекте остался открытым. Несмотря на бессонную ночь, следующий день для бойцов особого задания начался традиционно. Впереди инструктаж. И на занятие команда отправится без Мусаевой Азики. Она остается под присмотром врачей и из-за болезни может вообще покинуть проект. Бойцы, сегодня вы будете осваивать для себя новый вид вооружения – гаубицу Д-30. В этом вам поможет преподаватель кафедры артиллерии майор Киян. Майор Денис Киян, преподаватель кафедры артиллерии Военного института сухопутных войск. И помните, артиллерия – бог войны. Шутки с ней плохи. Господин майор, личный состав в вашем распоряжении. Равняйсь. Смирно. Тема занятия. Боевая работа при орудиях на открытой огневой позиции. Вольно. Привести гаубицу в боевое положение в одиночку просто невозможно. Поэтому сегодня от участников особого задания потребуется настоящая командная работа. Я не знаю, сколько она весит, но, блин, такой тяжелый я первый раз поднимала. Она очень тяжелая, 3,5 тонны. На 6 человек это где-то по 500 килограмм, вот так. Ну, по 500 чем-то. Раз, два, три! С мальчиками даже еле кое-как ее дотащили на место, не знаю, 10 попыток, наверное, сделали, чтобы ее притащить и поставить. Эта убойная машина поражает бронированные цели на расстоянии до 16 километров. А ее мощный выстрел, как говорят в армии, разлагает материю на атом. С ним надо очень аккуратно, бережно. Любая какая-нибудь ошибка, она может убить человека. Дальше снимаем чехлы. Теперь, вот есть кран. Боевое походное положение. Дальше вот тут есть язычок. Вот видите, да, язычок? Да. Полстопорит его. Вытащили. Танкрат встал на место, закрыли замок. Там надо запомнить, что зачем откручивать, закручивать, прикреплять, как это все раздвигается, задвигается. Пока команда учится работать в составе боевого расчета, Каратаев, похоже, готовится к сольному выступлению. Не пожалел бы об этом на конкурсе. Сегодня смогу разобраться, собрать на ноги, поставить боевое положение. Главное знать, как колеса, допустим, развертывать, станки, допустим, на ножки ставить. Теперь, когда гаубица твердо стоит на земле, бойцы учатся ее заряжать. Сюда руки сувать ни в коем случае нельзя, потому что вот эти лапки, они могут зачем такие, да? Руку сломает, оторвет вам вообще. Гаубица осколочно-фугасный. Вот так выглядит тот самый гаубичный снаряд, что превращает любую цель в прах и тлен. Снаряд весит больше 20 килограммов. При разрыве его осколки разлетаются на 200 метров. Зная все это, бойцы обращаются со снарядом бережно, словно с ребенком. А Канатбаев на всякий случай еще и ласково. Мне кажется, самое интересное будет стрелять. Я слышал, что оглушает очень хорошо. Наводка орудия производится по вертикали, по горизонтали. А цель стоит чуть ниже, чуть выше или прямо в середину цели? Это, грубо говоря, как вот винтовка оптическая. Снайпера есть? Вот это то же самое. Только здесь грохоту побольше, ну и, соответственно, урона побольше. Первый раз в жизни буду сегодня стрелять с гаубицы Д-30. А вы? Боёк сработал. Да. Раньше никогда не стрелял с гаубицы. Иншалла, сегодня постреляю. Между Каратаевым и Умархаджиевым давнее противостояние. После объединения команд и поражения Морева в дуэли оно разгорелось с новой силой. И Шелхэмбай не упускает возможности поддеть Армана. Смотри, что без бороды не остался. Придерживай. Найман злорадствует. Каждые 5 минут шуточки у него. Ну, короче, неприятно. Не-не, круто, это не страшно. Блин, иногда вот охота так выйти, как схватить его за бороду, жесть, и вот просто местами поменять ему так, чтобы борода у него на голове росла. Шелгымбай Каратаев на проекте прослыл жестким и бескомпромиссным. Причем не только в бою. Он прямодушен, и те, кто не любит смотреть правде в глаза, за это его не очень жалуют. Шелгымбай воспитывался в интернате, поэтому с детства привык жить по принципу «не верь, не бойся, не проси» и отстаивать себя с помощью кулаков.
На проекте пока руки не распускал, но, судя по постоянным стычкам с Умархаджиевым, сдерживает себя из последних сил. Я ему пару раз сказал, говорю, успокойся, говорю, иначе я тебя на место конкретно поставлю. Говорю, я ни на что не поставлю, ни на этот проект, говорю, ни на камень. Я тебя просто переверну, говорю. Ну, не знаю, сдержишь ли я. Шах к Хаттабычу так относится, потому что он синяя команда, а мы с красной, поэтому как-то и не доверяет. А вот это уже похоже на реальную войну. Бойцы чувствуют приближение финала, и борьба за главный приз становится яростнее и ожесточеннее с каждым днем. Тем временем в штабе решается судьба Азики Мусаевой. Одно слово судьи, прямо из санчасти она отправится домой. Есть как бы больной участник. Что дальше делать? Как с ним быть? Болеет наш боец уже давно. Вот, но, тем не менее, она держится. Врачи тоже говорят то же самое. Мы уже интересовались, но они, тем не менее, дают допуск для дальнейшего участия в проекте. Значит, для дальнейших нагрузок и прочих испытаний. Мы здесь ничего делать не можем. Хорошо. Пусть идет, как идет. Дальше время покажет. Азика Мусаева может выдохнуть. Она в игре. А вот на месте ее соперников я бы насторожился. Боец, которого на пути к главному призу не останавливает даже болезнь, может быть очень опасен. Бойцы, сегодня вам предстоит выполнить задачу номер один курса подготовки артиллерии. Суть задачи – поразить неподвижные цели стрельбой с открытой огневой позиции из гаубицы Д-30. По условиям конкурса команда будет проходить испытания, разделившись на два артиллерийских расчета. В распоряжении каждого из них гаубица Д-30. Орудие необходимо развернуть из походного положения в боевое и занять на местности открытую огневую позицию. Затем, согласно установленным нормативам, зарядить снаряд, навести орудие с помощью оптических приборов и произвести выстрел. У каждого расчета три цели на поражение, у каждого бойца три попытки, чтобы их уничтожить. Учебно-боевая задача будет считаться выполненной, когда вами будут поражены все цели. Сержант, вывести личный состав в исходный район. Для выполнения задания участники проекта разделились на два боевых расчета. В состав первого вошли бойцы Канатбаев, Каратаев и Мусаева Азика. Она присоединилась к команде прямо перед конкурсом, поэтому успела получить только краткий инструктаж. В расчете номер два оказались Умархаджиев, Ферзаули и Мусаева Гульсина. Раз, два, три. Аккуратно. Откатывай. Итак, поехали. Напомню, участники должны самостоятельно привести орудие в боевое положение и только потом начать стрельбу. Бойцы словно по привычке работают на перегонки, но фактор времени в этом испытании не учитывается. Судьи будут обращать внимание на индивидуальную работу каждого бойца в составе расчета и, конечно, на его меткость. Пока слаженнее работает правый расчет. Командир, боец КНФП. От тяжелых в буквальном смысле заданий не отлынивает даже болеющая Азика. Зато во втором расчете за всех потеет Хусейн Ферзаули. А Гульсина и Арман изображают бурную деятельность возле окуляра. У каждого расчета три цели на поражение. Они находятся на удалении примерно в 1800 метров. Увидеть их можно только с помощью высокоточных оптических приборов. А вот она, вижу ее, вижу. Внимание! Первому орудию первая цель, второму орудию шестая цель, уничтожить. Сейчас без преувеличения опасный момент. Если неверно зарядить орудие или просто уронить заряд капсулем вниз, произойдет взрыв. И все, что после этого останется от бойцов, разлетится на 200 метров. Взял один дурак, как ударил, короче. Серьезно? Да. Снаряд вылетел, одному ноги оторвал, другого по кускам собирали, короче. Вот такой случай произошел. Это может с гаубицы так быть? Первый выстрел самый сложный. Орудие холодное. Подожди, здесь опыльно, ничего не видно. Есть? Нет, мимо. Чай уничтожена! Первое, второе, по готовности открыть огонь.
Итак, на огневом рубеже Канатбаев. Вера, держитесь. Я держусь. Вы не уши держите. Схватитесь за что-нибудь. Есть поражение. Это особое задание на клинике. Я попал с первого выстрела в точку. Очень громко, да. Если там не будешь этот вдох и выдох неправильно делать, то у тебя может быть оглохнуть даже можно. Вот так примерно. В бой вступает расчет номер два. Наводчик, боец Умархаджи. Огонь! Выстрел! Первый выстрел самый сложный. Орудие холодное. Там же первые минуты ничего не понятно, пыли дофига, ничего не видно. Поэтому ждешь, ждешь. Потом, когда смотрю, нету. Подожди, здесь все пыльно, ничего не видно. Да. Мархаджиев тоже попал. Самое меня больше прикольнуло, это когда кричишь, а дыхание заканчивается. В этот момент стреляет. Облом называется. Когда вот ты же первый раз стрелял же, я же сказал, не, орал же, когда ты уже сказал, выстрелял. А я в этот момент рот открыл. Такой выстрел, и мне что-то в рот залетел. Что ж, для обоих расчетов первый пристрелочный выстрел оказался результативным. Следующий к первому орудию подходит Азика Мусаева. Ну, было так страшновастенько, можно сказать. Я переживала, думала, блин, куда это, куда заряжать, куда это все пихать, куда толкать, где что нажимать и как цель наводить. Как правило, на стрельбах Азика показывает высокие результаты, но сегодня и артиллерия тяжелая. И Азика не в лучшей форме. Прям накрыло. Прямой наводка. Молодец, Азика. Четкая работа. Никаких скидок на болячки. Сразу поразила цель. Чем ответит расчет номер два? Поразил! 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 Мне понравилось и стрелять, и смотреть, когда кто-то стреляет. Да. Вообще вот этот, когда он дым, все это поднимается, пыль. Даже не знаю, мне прям вообще немного, очень, да, понравилось. Сотрясается. Это, мне кажется, вокруг человек такой маленький, да, там, и вокруг облака пыли. Пока расчеты идут на равных, 2-2. Свой выстрел делает Шалгымбай Каратаев. Про Каратаева можно сказать, где Каратаев, там победа. Да, это стало уже некой традицией. Закономерность. Ну, мы трое хорошо попали. Отлично, с первого выстрела сразу поражение. Первый расчет, что называется, уже отстрелялся. Все три цели были поражены с первой попытки. Второму расчету осталось положить одну мишень. На этот раз наводить гаубицу будет Мусаева Гульсина. Она знатный стрелок. Практически все упражнения по стрельбе здесь, на полигоне, выполняла она отлично. Я же приготовилась, и потом говорю, к бою, надо же кричать выстрел, а я не помню, что говорить, и еще не вспоминаю, и жду, вспоминаю, что сказать, и вы все, я думаю, что не кричать, и стою, подождите, я забыла, говорю, что кричать, потом просто, Есть? Нет, мимо. Мимо? Промах – это еще не ошибка. На поражение каждой цели у бойцов есть три попытки, и Гульсина заходит на вторую. Ну, что там, Рахат? Недолет. Что-то у них с наводчиком. У Гульсины снова промах, и это уже опасно. Нарушая диспозицию в расчете, к ней на помощь спешит Ферзаули. Не, ну почему ты говоришь 17? Потому что они на одной линии были. Ну вот на одной линии, а почему ты тогда на 17 стреляешь? Гульсина не привыкла проигрывать. Она нервничает, и это понятно. На фоне безупречно стреляющих конкурентов она выглядит лузером. И за свои промахи может дорого заплатить на голосование. Просто она не спрашивала, я ей как бы давал совет, и все. А теперь она говорит после этого, что она меня не спрашивает. Тоже злиться на меня. И вообще нельзя, в такие моменты ничего нельзя говорить. Она лучше сама спокойно все тихо сделает. Да, блин, вы все болтаете, дайте мне самой сделать. Ладно, делай сама. Не попаду, моя же вина, чего впрягаетесь? Первую поставила на 16, вторую поставила на 17, в итоге
Через одну, думаю, перепрыгну, поставила на 19, когда попала. Для наших бойцов сегодня был на редкость удачный конкурс. Грамотным выполнением норматива они удивили не только судей, но и опытного инструктора. Чайно уничтожено! Он сказал, с первого раза вы никто не попадете. Ну вот. С первого раза, говорит, вы все промажете либо справа, слева, вверх, вниз. А потом, говорит, второй раз вы уже прицелитесь, и третий раз вы попадете. Все хотели попасть с первого раза, но все равно... А получилось чудо, все попали. Лёва. Почувствую, потихоньку мы какие-то здесь универсальные солдаты становимся. И саперы, и стрелки, и артиллеристы. Бойцы, задача номер один вы успешно справились. Но боевой расчет в составе бойцов Умар Хаджиева, Ферзаули и Мусаева и Гульсины допустили два промаха. К тому же у вас хромала дисциплина. Тем не менее, лучше других участников свои навыки в стрельбе из гаубицы Д-30 сегодня продемонстрировал боец Канатбаев. От волнения у Канатбаева даже задергался глаз. Вы на голосовании сегодня защищены иммунитетом. Поздравляем. Никогда прежде его не признавали лучшим в испытании. Но сегодня он и впрямь отличился. В составе своего расчета первым вышел к огневому рубежу и пристрелочным выстрелом сразу положил мишень. Это очень даже дух поднимает. Не знаю, это словами не передать. Сержант, личный состав в вашем распоряжении. Есть. Для Кожебергена Канатбаева все самое страшное уже позади. А вот некоторым еще придется понервничать на голосовании. Судьи не случайно отметили дисциплину в расчете номер два. Похоже, сегодня с кого-то строго спросят за плохое поведение. Что было конкретно с расчетом? Как хромала дисциплина? Они начали выплескивать свои эмоции, при этом игнорировали указания инструктора. И в конечном итоге это привело к тому, что госпожа Мусаева Гульсина не поразила цель. Опять плохо слушают инструктора. Исходя из этого, я предлагаю господина Ферзаули, господина бойца Умар Хаджиева и Мусаева Гульсину вывести на выполнение особого задания. И все-таки кого же из троих претендентов судьи отправят на особое задание? Ждать осталось недолго. Тем временем наступил тот долгожданный час, когда в расположение лагеря прибыл главный приз проекта. Это стало для участников еще одним испытанием, на этот раз алчностью. Мы сегодня увидели наш приз, мне очень понравился. Кому не понравится? Ну, машинка крутая. Джипик такой вот. Вообще первый раз такую машину вижу, прикольный аппарат. Наконец-то мифический трофей, о котором столько говорили судьи, обрел реальные черты и форму. Мальчики, я вас здесь домой развезу потом. Однокомнатная квартира для китайцев, да? Теперь обладать им захотели даже те, кому казалось, что автомобиль – это не главное. Внутри посидел, тоже посмотрел. Приятно. Хотелось бы победить теперь. А в душе каждый уже считал эту машину своей, поэтому стремился как можно скорее занять святое место за рулем. Вообще, то есть, ну, как бы я же на вершину большой славы лезу. А там место для одного. Глаза загорелись, да? Не знаю, с первого надо добиться до финала. Смотрите, уже эти машины что делают, люди! Я уже по мальчикам замечаю, что они уже увидели машину, у них уже глаза загорелись, им стало пофиг на все. Друг другу уже глотку готовы перегрызть. А вот это мы сейчас и проверим, кто и на что горазд ради приза. Ведь впереди голосование. Продолжат ли красные выживать из объединенной команды бывших соперников? И смогут ли дать достойный отпор вчерашние орлановцы? Бойцы особого задания. Сегодня на упражнении по стрельбе из гаубицы вы превзошли все наши ожидания. Вы были точны и в буквальном смысле нацелены на победу. Однако к общему успеху команды все бойцы причастны по-разному. Некоторые из вас не смогли продемонстрировать отличную стрельбу. У других хромала дисциплина. Мы учтем это при определении своего кандидата на выполнение особого задания. Но сначала вы назовете имя бойца, которому завтра придется отстаивать право на дальнейшее участие в проекте. Иммунитет на этом голосовании принадлежит бойцу Канатбаеву.
Поэтому из числа кандидатов на выполнение особого задания он сегодня исключается. Боец Ферзаули. Я. К голосованию приступить. Есть. Я проголосовал против бойца Мусаева Азики, потому что она болеет, и ей очень сложно проходить те испытания, которые проходим мы. Сомнительное сострадание. Кажется, болезнь – это всего лишь удобный предлог, чтобы устранить сильного соперника. Боец Мусаева Гульсина. Я. Можете проголосовать? Есть. Я считаю, что Мархаджиева слабый человек. Гульсина, честно говоря, как-то это ведет все непонятно, какая-то двойная, тройная. Она может улыбаться в следующие 5 минут, кричать на тебя, да? Боец Умархаджиев. Я. К голосованию приступить. Есть. Это называется «какой привет, такой ответ». Теперь Гульсина и Арман Квиты. Боец Мусаева Гульсина еще ни разу не была на дуэли. И я думаю, ей нужно сходить на нее. Поэтому я голосовал против нее. Гульсина, Арман или Азика? Кому из них сегодня за 2 шага до финала достанется особое задание? Боец Канатбаев. Я. Yeah. К голосованию приступить. Я проголосовал против бойца Мусаева, так как в последнее время болеет. И не помешало бы ей отдых на гражданке. Боец Каратаев. Нет. Приступить к голосованию. Я проголосовал за бойца Мусаева Азика, так как у нее еще в данный момент подводит состояние здоровья, чуть приболело, и для нее каждый этап становится труднее и труднее. Боец Мусаева Азика. Нет. Можете проголосовать? Есть. Как бы сейчас ни проголосовала Азика, для нее дуэль уже неизбежна. Я выбрала Умархаджиева, потому что считаю его не самым сильным бойцом. Что ж, команда вынесла свое решение. Ваш выбор нам понятен, и мы готовы его гласить. Боец Мусаева Азика. Я. Выйти из строя на 5 шагов. Есть. Это особое задание будет для вас вдвойне нелегким, потому что мы выбрали завтра для вас сильного соперника. Я думала, кто-то из мальчиков мне попадется. Завтра вместе с вами на выполнение особого задания отправится боец Мусаева Гульсина. Я не ожидала, что мне в соперники попадется моя же сестра. Это закон подлости. Он не отстает, он существует всегда. И поэтому такая вероятность была. Завтрашний поединок для вас будет судьбоносным. Один из вас вернется в лагерь триумфатором, другой сойдет с дистанции у самого финиша. Каким бы ни был исход особого задания, примите этот вызов достойно. Сержант. Я. Yeah. Личный состав в вашем распоряжении. Есть. Каких только драматичных голосований не видел этот проект. Здесь осуществлялись заговоры и сводили счеты заклятые враги. Порой на жестокую борьбу обрекались лучшие друзья. Но кто бы мог подумать, что однажды судьба так безжалостно столкнет лбами родных сестер. Да, блин, елки, бред какой-то уже творится. Как может сестра против сестры, блин, выйти? Я, допустим, в какой-то степени и рада, что если проиграю сестре, то не так обидно, нежели я проиграю врагу. Ну, это неправильно, мне кажется. Это надо было как-то там разыграть, ну, не знаю, других людей, что ли, не нашлось. Несмотря ни на что, Гульсина и Азика стараются не терять самообладание. Хотя, конечно же, понимают, сегодня они в последний раз засыпают вместе. И для одной из них этот отбой станет на проекте последним. Спокойной ночи. Взаимно! В ходе проекта мы обязаны выполнять четкий график
тех соревнований. Сегодня особое задание будет драматичным вдвойне, потому что впервые бороться за место в строю будут сестры. Как я буду смотреть в глаза, да, папе с мамой? В ходе проекта мы обязаны выполнять четкий график всех соревнований. И на эти состязания у нас попадают две девушки. Девушки должны биться между собой. Это не просто девушки, а родные сестры. Их ожидает полноконтактный спарринг. То есть, грубо говоря, простым языком, одна сестра должна выйти и набить морду другой сестре. Я думаю, они выйдут обе на ринг. Но учитывая то, что Мусаева Азика, которая является более того старшей сестрой, она все-таки уступит дорогу младшей. Почему? Потому что она плохо себя чувствует. С другой стороны, люди пришли на этот проект. Бороться каждый сам за себя. Здесь не некий семейный подряд. Вот сейчас как раз тот самый час икс, когда им нужно выяснить отношения между собой. В любом случае, коли им выпала судьба встретиться на ринге, пусть это так и будет. Мы помним немало поединков, где судьба в решающей схватке сталкивала близких друзей. Но сегодня особое задание будет драматичным вдвойне, потому что впервые в истории проекта бороться за место в строю будут сестры. Если будет рукопашный бой, я драться с ней не буду, это однозначно. Хоть мне машину, хоть 10 машин дадут, хоть миллион долларов дадут, я с сестрой драться не буду. У меня просто ноги и руки не пойдут в ее сторону. У меня будет в жизни много побед, но не за счет слез моей сестры. Как я буду смотреть в глаза, да, папе с мамой? Они будут смотреть, скажут, вы из-за какой-то железки, да, вы вышли там на ринг, да, и друг друга избивали. В качестве особого задания вам предстоит провести полноконтактный рукопашный бой. В стойке поединок в рукопашную, в партере переходите на борьбу. Запрещается наносить удары в область затылка и паха. Бой будет продолжаться до безоговорочной победы одного из вас. Будь у Гульсины другой спарринг-партнер, она вышла бы на ринг, не задумываясь. Ведь рукопашка – это ее конек. То, с чем она пришла на кастинг особого задания и так надолго задержалась в проекте. Азика рукопашному бою не обучалась, но перед соперником в перчатках тоже бы не дрогнула. Ведь здесь, на полигоне, она проходила испытания и пострашнее. В общем, сестры Кличко, как метко их прозвали в команде, не зарабели бы перед любым конкурентом. Но, похоже, сейчас сами оказались на лопатках. Поддаваться в поединке друг другу нельзя. Если мы заметим нечто подобное, то домой сегодня отправитесь вы обе. Вопросы есть? Господин судья, разрешите обратиться. Боец Каратаев. Разрешаем. Я предлагаю свою кандидатуру и кандидатуру Хусейна. В рукопашном бою. Вот это поворот, вот это по-мужски, но как неожиданно. Я только хочу открыть рот и сказать, я не выйду. И то же самое, кажется, хотела сделать Азика. И тут шах выходит. Такой вот, можно я выйду на ринг за место вот сестер и Хусейн? И тут шахом просто внезапно мысль такая пришла нам в голову. Что же решат судьи? Допустят ли они такую неожиданную рокировку? Мы дадим вам возможность провести схватку. Определитесь, чьи интересы вы будете отстаивать в бою. По результатам боя проект покинет один из бойцов Мусаевых. Приступить. И все-таки поединку быть. Оба бойца на ринге не новички. Ферзаули – участник чемпионатов мира по ММА и различным видам единоборств. Сейчас в спарринге он будет защищать интересы Гульсины Мусаевой. Каратаев – мастер спорта по вольной борьбе. Всерьез занимался рукопашным боем во время службы в армии. Он будет драться за Азику. По идее, мы могли бы ногами и локтями бить. Мы сразу себе сказали, бить не будем. Но это же
как сказать, поединок, а не там разборка конкретная. Итак, звучит сигнал к бою. За соблюдением правил и результативностью ударов во время поединка будет наблюдать инструктор. Ну, поединок, конечно, без тренировок почти тяжел. Тем более в песках, да? В берцах, в горке. Трудновато было. В песке мы все тонули. Ладно, шах, он легковес, а я тяжелый вес. Я вообще сильно тонул. Каратаев – вольник. Увлекает соперника в ближний бой, но Хусейн не пускает. Шах же, он любит бороться, и ему надо было проходить в ближний бой. Каратаев изрядно пропускает, но все-таки активен в нападении. При своих 70 кило нормально мне пару раз, блин, и в челюсть, и в лицо попал хорошенько. У него удар тоже поставлен. Толгымбай стал больше открываться, из-за этого крепко получает по лицу. Да я бы не сказал, что он меня хорошо цеплял. Человек не ударник. Бойцы входят в клинч. Каратаев валит Хусейна. Вот тебе и легковес. Видно, человек тренируется. Удары хорошие. Удары мощные и точные. Хусейн атакует ногой. Но Шалкымбай на чеку. Обмен ударами. Кажется, Каратаев подустал. Еще бы, такой темп. Хусейн бьет ногой, но не дотягивается. Шалкымбай получает в плечо. Если честно, мне было трудно на них смотреть, как они вдвоем дерутся. Ну да, боролись до последнего. Смотрю я и вот так вот все время, глаза опускаются. Рассердились бойцы, лупят отчаянно. Каратаев пропускает один удар за другим, но не сдается. Хусейн в нападении, подсечка, удушающий прием. Боюсь, Шалгымбаю уже не встать. Он уже перевернулся, я сзади зашел и сделал как гильотину. Да, это конец. Каратаев сдался. Бойцы, никогда прежде выполнение особого задания не было таким напряженным, а его исход непредсказуемым. Боец Фирзаули. Я. Боец Каратаев. Есть. Выйти из строя на 5 шагов. Есть. Ваш поступок – это проявление истинного армейского товарищества. Ну, я хотела сказать вот мальчикам огромное спасибо. За то, что они сегодня так выручили нас с сестрой. За то, что не дали вот нам выйти на ринг и друг с другом драться. Я даже со своим братом бы не вышел на там, соревнования или еще куда-то, тем более. И мы их очень сильно понимали. Решили помочь просто. Я могу сказать, они настоящие мужчины. Они настоящие мужчины. Это точно. Благодарю за службу. Служу в Республике Казахстан! Встать в строй! Есть! Боец Мусаева Гульсина! Я! Вы хорошо показывали себя на командных испытаниях, но на особом задании вы впервые. И по известным причинам не смогли проявить себя. Но у вас будет эта возможность позже. Встать в строй! Есть! Мне очень приятно, что мальчики так к нам отнеслись, что они нас поняли, что поддержали, что, то есть вызвались. Боец Мусаева Азика. Я. Ваше участие в проекте достойно большого уважения.
Вы вместе с мужчинами стойко проходили все испытания, не жалея себя. И с гордостью многих превзошли. Но сегодня вы в последний раз стоите на этом плацу, и проект «Особое задание» для вас на этом завершен. Я выступал за Мусаеву Азику, да? Так как я сдал бой. И ей пришлось покинуть этот проект. Пройдите в палатку и соберите свои вещи. Входить неохота. Теперь этого не будет, да? Отбои, там, спокойной ночи, взаимное и все такое. Вместе с столовой кушать, наверное, такого тоже не будет. Ну, все будет хорошо, я себя держу в руках. Все будет хорошо. Своим выступлением на кастинге Азика Мусаева судей буквально обаяла. Но, признаться честно, больших надежд на улыбчивую танцовщицу они не возлагали. Однако с первого же дня на полигоне стало понятно. Азика пришла на проект всерьез и надолго. Выносливая, отважная, неконфликтная, она безупречно справлялась со своей задачей даже тогда, когда конкурс заваливала вся команда. На Азику можно было рассчитывать и в стрельбе, и в силовых испытаниях, и в непростом армейском быту. Твердую волю девушки не пошатнула даже внезапная болезнь. Азика готова была продолжать равную борьбу в проекте без скидок на плохое самочувствие. Но, увы, сослуживцы решили иначе. Боец Мусаева Азика, мы знаем, что вы привязались к своим товарищам, и вас, конечно, многое связывает, поэтому подойдите и можете попрощаться со своими друзьями. Первой к Азике бежит сестра. Непростой путь на проекте «Особое задание» они прошли вместе. Делили пополам и радости побед, и горечь поражений. Поддерживали друг друга, когда казалось, что продолжать уже просто нет сил. Когда уже с ней обнимаюсь, я представляю, что она вот правда, она сейчас пойдет, соберет сумки, она все, она уходит. И, то есть, и я поняла, что я осталась, можно сказать, одна. Особое задание стало для Гульсины и Азики проверкой на прочность, но не тяжким испытанием. Они ни секунды не думали над выбором, сестра или борьба за приз. Спасибо вам за честную борьбу и достойное участие. До свидания. Азику исключила из игры сама судьба, но только для того, чтобы в ней осталась ее сестра. О том, что вам предстоит сделать сегодня, вы не забудете никогда. Мне кажется, адреналинов получил, ой-ой-ой. Этот прыжок я посвящаю своему сыну Амиру! Были и другие конкурсы, но мне кажется, этот будет почти самый яркий. Завода вам! Они измотаны физически, истощены эмоционально. Но сдаваться противнику не хочет никто. Это особое задание. Реалити-шоу, где всегда есть место подвигу. Каждую неделю на КТК. До встречи. Ты никогда не узнаешь заранее, какое тебе снова придумают испытание. Но жизнь его придумает, даже не сомневайся. Поэтому лучше не расслабляйся. Испытание бывает навалится, как камень. Так что не справишься мягкими руками. Не помогут ни нытье, ни уважительная причина. Просто стисни зубы и будь мужчиной. Жизнь прожить, как поле перейти. Поле, где кругом зарыт. Особое задание остаться. В жизни есть особое задание остаться.